Ходить можно всегда, до работы или во время прогулок, а главное, ходить можно в удовольствие. Именно это и пытаются донести организаторы Всероссийского дня ходьбы. Акцию в стране проводят с 2015 года и к спорту приобщается все большее количество жителей. Акция является одной из самых массовых физкультурных мероприятий, которые вообще проходят на территории нашей страны. Мы надеемся, что и на территории области будет поступательное развитие, будет все больше и больше приверженцев этой всероссийской акции. Активные тамбовчане собрались на одном старте, чтобы преодолеть 3 километра. Не так уж и много, но польза ощутима, а свежий воздух, общение с природой и друг с другом сделали прогулку приятной. И даже дождь не помеха. Вместе весело шагать вышли 5000 жителей Тамбовской области. И не зря, ведь ходьба помогает поддерживать здоровье и физическую форму. А еще это доступный вид активности. К здоровью шагали люди всех возрастов и разного уровня спортивной подготовки. Скажите, почему решили пройтись? Ну, во-первых, мы представители спортивной школы. Это как бы не только наша рабочая цель, но и цель в жизни. Заниматься спортом не только детей направлять, но и самим. А я вообще люблю ходить, я давно хожу. И теперь разгналась, вот не могу остановиться. На финише каждый получил памятные подарки и хорошее настроение. Мероприятие гармонично вписалось в череду спортивных праздников и станет новой традицией. Мария Шумейкина, Николай Иванов, Александр Щеднов. Область новостей.